Очередные трагические новости потрясли театральный мир. Скончался советский и российский актер и режиссер, народный артист России и президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвин. В этом году он должен был отмечать 90-летний юбилей, но не дожил до него всего несколько месяцев. Никаких подробностей печального события пока не разглашалось, известно ли, что Александр Анатольевич в последнее время находился в больнице, и там он провел свои последние часы. А смерть Ширвинда подтвердил журналистам его коллега Сергей Газаров. Со здоровьем у актера давно были проблемы, и он уже редко занимался работой. Хотя в прошлом сентябре присутствовал на открытии столетнего сезона театра сатиры, где произнес довольно проникновенную речь. Рассуждал о том, как много уже прожил, и что вынужден был наблюдать уход многих близких друзей. Но вынужден смириться со своей судьбой и двигаться дальше. А ведь последнее время здоровье уже подводило. В 2019 году появилась информация, что народному артисту провели операцию на сердце и установили кардиостимулятор. Но его родные эти сведения опровергли. Год спустя он вновь оказался в больнице, но уже вместе с супругой, поскольку они заразились коронавирусом. А в 2022 году актера госпитализировали из-за стенокардии, но тоже довольно быстро отпустили домой. Родные артисты пока не давали никаких комментариев о тяжелой потере. Как известно, у мэтра осталась жена Наталья Белоусова, в браке с которой он прожил больше 60 лет, и единственный сын Михаил, а также трое внуков и пять правнуков.